такое место, где есть маленькие аттракционы. И батут. Ну ты же идешь куда? Ты же на батутах идешь кататься, надо быстро ехать. Вон уже парк. Пойдем. Я сама устала. Я не то, что устала, у меня что-то сил нету вообще. Я тоже. У меня тоже нету сил. Тоже нету сил? Нет. А чего у тебя сил-то нету? Что ты делала такого, что ты устала? Я только выпью. Какие планы на вечер? Никаких планов. Я вчера хорошо так отдохнула. Я вчера сходила в Турандот в ресторан с друзьями. Потом мы поехали в спа, поплавали, что-то потусили, поделали массаж и вернулись домой. Что бы ты в своей жизни заново бы повторила? Интересный, кстати, вопрос. Вообще ничего. Ничего бы не хотела повторять в своей жизни. У меня было очень много крутых моментов, правда, очень много. Но... Я бы хотела еще много новых крутых моментов, но старых точно нет. Старые я уже прожила, благодарна за это. И это круто, конечно. Блин, дышать не могу, ребят, сейчас сдохну. Походу, после вчерашней гульки, блин, бросила тата пить. Ага, молодец вообще. Приедь в Якутию. У нас дым второй месяц из-за пожара. Второй месяц солнца не видим. Дети наши задыхаются. Мы тоже лучше не говорю, что солнце плохо. Мы с Якутии мечтаем о нем, о свежем воздухе. Слушайте, ребят, я, конечно, все понимаю и очень соболезную данную ситуацию. Это вообще очень страшно, да, когда в мире приходят какие-то катаклизмы, или как это правильно сказать. Но в любом случае во многих странах, во многих местах есть ситуация, где люди и живут плохо. Ну, я же сейчас не собираюсь как бы свою жизнь подстраивать под тех, кому плохо. У каждого свое плохо или хорошо. Ну, так, конечно, Якутии хочется пожелать скорейшего, конечно, поправления. Страшно, когда такое происходит. Ручку дай. Проходи быстро. Зай, быстро, машина. Быстрее, ты специально так медленно идешь? На дороге нельзя медленно ходить. О, у нас тут картинг какой-то открыли. Детский, ничего себе. Я думаю, ты еще маленькая для таких тачек. Я же не лакая. Я постаю. Правда, что Курбан вернулся к первой жене? Я не знаю, может быть, да, может быть, нет. Нет, дочь, мы тогда не пустят тебя. Пошли на батут. Ну, это только на блин, в ресторан хочу сесть куда-нибудь. Бетти, умничка, тебя как подруга. Бетти, да, мне друг мой. Мой любимый друг, мой любимый. Мне по кайфу с Бетти, я не напрягаюсь вообще. Нам весело. Ну и я человек не нравоучения, знаете. Пошли, любовь моя. Мы здесь. Бетти ростом высокая, не скажешь, что 4, да, и одежду покупаю на 6 лет. Да ей когда 4... Стой, машина здесь, Бетти, налево. Иди только по краю, как я тебя учила. Как на парковке, по стеночке, хорошо? Так, прошлый век, что прошлый век? Эльмирочка, что ты там... Ты, видишь, что-то кому-то ответила, только я не поняла. Есть такой ресторан, где ты не была бы, ты имеешь туда попасть. Ну, Чиприани, наверное, мой самый любимый такой ресторан, что куда я люблю ездить в разных странах. Ну, в принципе, он не так много где есть. Я была в Чиприане в Монако, была в Чиприане в Дубае, была в Чиприане. Самым главным у меня была мечта съездить в один ресторан. Это ресторан Чиприане, где снимался этот фильм «Джеймс Бонд», где он пил джин из таких маленьких рюмочек холодных.
Я очень мечтала в этот ресторан попасть. Он находится в Венеции. Вообще, в принципе, у Чиприани очень классная история. Можете почитать в интернете. И я... Смотри, как красиво. Ну, это, кстати, не самая, конечно, красивая часть. Здесь просто как... У нас просто парк огромный. У нас здесь есть и водопады, и рестораны на водопадах. На машине хочешь? Пошли на батуты, пожалуйста. А батуты здесь есть? Там, вон туда надо дальше. Хочешь, пошли со мной? Так, я не знаю, что делать. Сейчас я чуть-чуть не поговорю, да выйду. А? Я просто... Да, да.